На колени! Даю 3 секунды! Раз! Два! Три. Хочешь, чтобы я вернулся? Можно было просто попросить. Устройство, контролирующее все военные спутники в мире, угодило в руки 4 очень плохих парней. Нам нужен тот, кто умеет двигаться, как они. Драться, как они. Настоящий патриот. Патриотов больше нет, только бунтари. И тиран. И кто же ты? Этрикса. Познакомься со своей командой. На энергетиках сидишь, приятель. Я не доверю клоунам прикрывать мою спину. А кто тебе нужен? Крутые, экстремальные и немного сумасшедшие. Вот с такой командой я могу работать. Погнали. Круто. Ты ведь знаешь, что делаешь, верно? Да, кто бы говорил. Знаю. Говорят, с призраками хлопот не оберешься. Ты не представляешь, кто твой враг. Чего бы ты ни искал, у тебя нет шансов. Значит, завтрака в постель не будет. Мы готовы умереть, чтобы сохранить мир. Ну а ты? Я для этого жив. Похоже, мы в одной команде. Повеселимся. Пойду гляну. Не увлекайся. Гол! Я растолкую задачу. Надери им задницу. Забери девчонку и постарайся сделать все красиво. Приятно все-таки вернуться.